Потрудился чуть ради копеечки-то. Так, без копеечки рубля не будет, значит, надо копеечку выкопать. 1875 вроде. Да, 1875 год, копендос такой. Ну, немножко окислых, но, кстати, в принципе, все читается, все видно. Тут у нас залипухи советские. Чего здесь что-то? Ну, что-то. Взял бы, выковырнул. Что-то. А, вон еще. Видишь, как. Так, тут заинкни. Нету. Может, уронил ее? Не, вот, наверное. Я вытащил, думал, мало ли, может, еще. Ну, тут кто-то растерял добро. Ранние советики должны быть. Да, кстати, все пролетарии. Двушки и копеечки. Так, 2 копейки. 26-й. Вот эти вообще слипшиеся. О, видишь, как, смотри, зеленочка какая. Кладовые. Кладовые, да. Кладовые, зеленочка. Так, это я не вижу. О, тоже 26-й. Так, это непонятно. Зеленочка. Так, это у нас... Копеечка, по-моему, 30-й, что ли, копеечка. Ну, прям с одной ямки. Так вот, 4 монетки. Зашибись. Вот такой вот, ребят, попался замечательный маленький кресточек. Сейчас мы его... Вообще малышка. И сейчас ушко вроде цело. Или протерто, что ли, не знаю. Не протерто, казалось. А когда кажется, креститься нужно. Вот так, под напором. Вот такой вот. Ну. О, ребят, смотрите. Такая малышка. Сзади написано там что-то. Ну, наверное, часть какой-то молиточки. Ага. Красавица. Ну, наконец-то, ребят, после, наверное, десятка пробок, нескольких советиков, еще там картечь какая-то, раздается такой вот, ребят, замечательный сигнал. Он прям стабильный. Прям слышите, вот такой. Главное, чтоб тут... Очень похоже на империю. На самом деле не знаю. Все, что угодно может быть. Но такой сигнал можно заснять. Я вот уже прям подустал. Что-то.
копать всякую. Вот так вот, есть. Что-то вывалилось. Сигнал такой же звонкий, вы слышите. Ну, что-то. Ну, монета. Программ поход сбил. Ну, ребят, это вроде как монета, кругляш. Земля сырая. Да, кругляш, кстати. Сейчас. Воды немного осталось, даже снег он рядом. И это очень хорошо. Чуть-чуть. Так, в снегу это дело организуем. Ну, летом сухо. Попроще немножко. Когда летом нарост. Ребята, какой-то нарост присутствует. Ну, это монета стопудовая, я вижу. Ребят, я вижу. Опять она на росте. Крестовик. Охренеть. Это... Ё-моё. Земля черная. Сохран, смотрите, на нарост вот он. О, он какие-то отваливаются. Кусочки сохран-то. Это что-то с чем-то, ребят. Это крестовик. 5 копеек. Вот это, ребят, бомба. Вот это я понимаю. Вот ходишь, ходишь, говорю, пробки, пробки. Аж устаешь уже. Чего там, 25-й, что ли? Не пойму. Да, 1725 год. Ну вот нарост. Тут с этой стороны побольше. Какой-то. Надо чистить. А вот здесь это, ребята, вообще песня. Ну все. О, моя. Ну вот, двигаемся сейчас потихонечку уже в обратную сторону. И вот сейчас, где лопата, вот здесь где-то. Прозвучал, ребят, неплохой сигнал. Мы его заснимем, конечно же. Что? Ну, как всегда, корешки. По-другому никак. Ага. Надеюсь, империя. Ну, хотелось бы, конечно. Вот. Вот там. Так. Вот она. Да, ребята, империя. Империя. Так, я сюда. Зелененькая. Сейчас. А, нет. Ха-ха. Я же понял. Сейчас. 2 копейки. 2 копейки. Пролетарий, сестра, соединяйтесь. Ну, ранние, можно сказать, тоже как империя. Что с годом? Блин, 24-й, жалко. Блад 25-й вообще прям маха. Аху! Прям можно кричать, орать на весь лес, распугать всех кабанов. Вот как-то так. Но приятно все равно. Приятненько. Зелененькое, но сохранчики, в принципе, будет. Вы только посмотрите, какая здесь красота. Старинные деревья, много поваленных. Прям в сказку попали мы. Вот, пришли оттуда. Здесь дорожка проходила, похоже, вот. Я стою на ней. И очень-очень много деревьев таких старинных. Уже вот они впереди валяются. Там она просто... Капец, она огромная, ребят. Так, причем она завалилась, уже загнило. Ему лет 300, наверное, этому дереву. Вот такая здесь красотища. Thank you.
ушко не вычищу. Целенький весь. Еще один малышка. Вот такой вот килевидный крестик. О, какой. Уже осталось немножко к машине. Скоро подойдем. Его вот такая прелесть попалась. Под конец копа.